Очередная рабочая неделя начинается, и, как обычно, вас приветствует Кофе Плюс со своими его ведущими Еленой Соломиной и Андреем Титовым. Доброе утро, друзья, и, как обычно, расскажем о темах сегодняшнего эфира. Парламент принял поправки к закону о личных данных. Обсудим с адвокатом, какие обязанности это накладывает на организации и какие права появились у жителей Эстонии. Журналист Элла Аграновская выпустила сборник увлекательных историй к 70-летию русского театра. Николай Новоселов был назван лучшим фехтовальщиком года и лучшим молодежным тренером года. Лучший игрок эстонского чемпионата по футболу, уроженец Грузии Закария Пеглеришвили, сдал экзамен на гражданство и вскоре станет эстонским спортсменом. И, конечно, куда же без традиционной тренировки по понедельникам. На этот раз ее проведет тренер по фитнесу Юлиана Василишин. А к ней присоединится также Лена, ну, еще двух помощников Юлиана мы видим, Юля и Сим. Они тоже будут делать эту зарядку вместе с нами. Вместе с нами, вместе с тобой. Да, мы надеемся, Андрей, что ты тоже присоединишься здесь на диванчике к нашей зарядке. Ну, а мы листаем старую газету. И Ревельские известия вот 17 декабря 1910 года писали о том, что фактически персональный обращение к магазинному воришке. Цитируем текст этого объявления. Ту особу, которая 15 декабря сего года взяла с собой из магазина Крузиаук чужой пакет, прошу он и прислать обратно, ибо личность ее известная в магазине. Ну и любопытно, что камер тогда, разумеется, не было, но воришек все равно, вероятно, могли это сказать постфактум. Правда, интересно, как обстояли дела с доказательной базой. Свидетели, наверное. На странице объявлений газеты «Ревельские известия» 108-летней давности мы видим и несколько примеров графического оформления печатного издания тех лет. Допустим, реклама механической вязально-трикотажной фабрики сопровождалась изображением дамы в изящном платье. А в рекламе магазина прочной изящной обуви по добросовестным ценам был почему-то изображен черный человек в белом фартуке, ну пусть и с парой сапог в руках. Ну а в рубрике заграничных новостей 108 лет назад «Ревельские известия» писали о популярности изучения русского языка в Швеции. Так, преподавание русского языка вводилось во всех средних школах Стокгольма. Правительство поднимало вопросы о введении этого предмета в гимназиях по всей стране. И, кроме того, был открыт полугодичный языковой курс для шведских офицеров, уже знавших русский язык на базовом уровне, но желавших в нем усовершенствоваться. Ну что же, а после мультиков самое время сделать зарядку. Сегодня у нас понедельник. Это значит, что традиционно мы будем выполнять комплекс упражнений, который для нас и для вас, я надеюсь, выбрал наш приглашенный тренер. Сегодня у нас тренером выступает Юлиана Василишин. Мы приветствуем ее в нашей студии вместе с помощниками Юлей Сим. Нам помогут сегодня заниматься боди-баланс. Ну, доброе утро, во-первых. Доброе утро. И, во-вторых, расскажите боди-баланс. Для чего это хорошо и полезно? Бодибаланс, он тренировка для всего тела, для растяжки, чтобы мы были выше, чтобы мы ощущали себя хорошо в своем теле. Это как бы уход для мышц. Подходит абсолютно всем, неважно, вы мужчина, женщина, пожилой, молодой, подходит всем. Там задействуются какие-то определенные группы мышц или это комплекс упражнений на все тело будет? В течение 60 минут, как обычно, тренировка длится на все тело. А вот сегодня мы обратим внимание именно на мышцы вокруг таза. Угу. Что мы будем делать? Мы будем растягиваться или у нас будет какая-то статическая нагрузка? Мы будем растягиваться, поскольку это утро, на одной ноге мы сегодня стоять не будем. Угу. Чтобы нам было всем комфортно, мы будем сидеть. А, кстати, если исходить из названия этой тренировки, то баланс, насколько серьезное уделяется внимание именно балансу, вот когда мы стоим на одной ноге, когда мы должны удерживать равновесие? В течение тренировки много. Много там есть конкретные песни, которые прям только для этого, прям только для баланса. И вот удержание равновесия, оно тренирует наши мелкие мышцы, мелкие которые мышцы. Обычно не задействуются у нас на интенсивных тренировках. Да. Ну что же, давайте уже начнем и надеюсь, что зрители к нам присоединятся и тоже будут повторять все наши упражнения. Садимся тогда. Ставим свою левую ногу сверху колена. Выпрямляемся. Высоко-высоко.
вдыхаем, глубоко-глубоко. И провалимся на бок. Расслабляем шею, плечи. Пытаемся грудь повернуть наверх. И расслабляемся. Дышим спокойно. И чем более вы себя расслабитесь, тем лучше. Делаем глубокий вдох и перекатываемся на другую сторону. Расслабляем руку до пальцев. Колени упираем в пол. И если сможем, смотрим наверх. Опять делаем глубокий вдох и тянем наверх. Обе руки высоко-высоко выпрямляем спину. Плечи опускаем вниз. Пресс держим вниз. Громко в руках. И меняем сторону. Меняем ноги. То же самое на другую сторону. Опять колено упираем в пол. Бедра ровно на полу. Дышим глубоко. И на бок. Опять пытаемся повернуть плечо назад и шею вытянуть. Пальцы у нас нежные-нежные. Можно глаза закрыть и прочувствовать весь свой бок. Опять дышим глубоко и перекатываемся на другую сторону. Плечо назад. Ребра пытаемся подтолкнуть наверх. На бедре не сидим и смотрим наверх. Опять глубокий вдох и обе руки наверх. Шея длинная, плечи опускаем вниз, бедра упираем в пол и колени тоже. И расслабляем все тело. Теперь мы берем позу лебедя. Выпрямляем правую ногу, левую ногу отталкиваем от себя и поворачиваем бедра ровно. Опять дышим глубоко и опускаемся вниз. Настолько, как сможем. Грудь глубже и глубже. Ногу отталкиваем. Если хотите, можно остаться здесь. Но если чувствуете себя комфортно, можете взять за ногу, даже еще больше, и повернуть плечи и бедра. Можно еще продлить позу и взять позу русалки. Плечи опять поворачиваются вперед. И дышим глубоко и расслабляемся. Освобождаем позу. И то же самое в другую сторону. Пятка у нас уходит под бедро. Выпрямляем тело. Глубокий вдох. И во времени выдоха идем вперед. Расслабляем плечи. Расслабляем шею. И опять отталкиваем ногу глубоко назад. Обращаем внимание, что дышим глубоко и спокойно. Руки под плечи, грудь наверх. Опять выпрямляемся и захватываем ногу. Поворачиваем плечи вперед. На попе не сидим, отталкиваемся далеко-далеко. Опять, если комфортно, можно захват и поза русалки. Если в этой позе некомфортно, можно руку опустить и более повернуть еще плечи. Расслабляем. Поворачиваемся вперед. Ноги врозь. И прогибаемся вперед. Пупок вниз, руки вперед, опять обращаем внимание на плечи, грудь уходит в пол, плечи расслаблены.
Еще раз глубокий вдох. И поворачиваемся на бок. Руку отталкиваем далеко, плечо отталкиваем вниз. Опять пытаемся повернуть грудь наверх, глаза наверх. И пытаемся расслабить все лицо. Перекатываемся через вперед на другой бок. Держим ягодицы на полу. Бедра упираем в пол. И расслабляем все тело. Глаза можно закрыть. И еще последний раз. Идем вперед. Руки далеко-далеко отталкиваем. Опять упираем грудь в пол. И расслабляемся максимально. И встаем. Такая получилась у нас разминка. Спасибо огромное. Спасибо. Сегодня у нас был приглашенным тренером была Юлиана Василиша. Нам помогали Сим. Юля, спасибо им огромное. Я надеюсь, что вы тоже хорошо размялись. Благо, тренировка была не слишком интенсивная и очень подходящая для такого замечательного понедельничного утра. Ну, а я передаю слово Андрею. Но мы продолжим, можно сказать, спортивной темой и перенесемся на северо-восток нашей страны. Дело в том, что в Нарве прошел традиционный костюмированный благотворительный рождественский забег, в котором приняли участие как юные, так и взрослые любители бега. После танцевальной разминки зумба был дан старт для детей на дистанции 200 метров, а затем состоялся основной 3-километровый забег без учета времени. Каждый год во время рождественского забега идет сбор денег, которые направляются на благотворительные цели. И в этом году уже собрали 527 евро, которые пойдут на помощь паралимпийцам. В этом году мы поддерживаем наших нарвских паралимпийцев-фехтовальщиков Дмитрия и Валентина Красикова. Они готовятся, их основная цель – это участие в Олимпиаде в Японии в 2020 году. И самой большой необходимостью является новое соревновательное кресло стоимостью 1700 евро для Дмитрия. Через минуту в эфире новости. Со студией новостей мы свяжемся прямо сейчас. Татьяна Космынина сегодня за главную. Доброе утро. Доброе утро. Переживаю за того малыша, который упал во время забега в Нарве. Как там его судьба сложилась? Надеюсь, ничего страшного. А сегодня в 9 утра начнется традиционное тестирование электронного голосования. Можно будет на сайте valimis.ee проверить, все ли у вас работает, и выразить свои новогодние пожелания до того, как вы сделаете выбор, кто же пройдет в парламент. Ух ты, как заранее-то. Готовь сани летом, готовься к весенним выборам зимой. Ладно, ждем новостей, ну а сейчас о тех темах, что затронем в эфире «Кофе Плюс» в ближайшие полчаса. Риги Когу принял поправки к закону о личных данных. Обсудим с адвокатом, какие обязанности это накладывает на организации и какие права появились у жителей Эстонии. Журналист Элла Аграновская выпустила сборник увлекательных историй к 70-летию русского театра. Ну а сейчас в эфире новости. В 7.15 новости в эфире. Доброе утро. Премьер-министр Юрий Ратас отправляется сегодня в Вильнюс, чтобы принять участие в официальной встрече премьер-министров стран Балтии, которая знаменует завершение председательства Литвы в Балтийском совете премьер-министров. Встреча начнется с обсуждения вопросов безопасности и ситуации на Украине. Эстония выступит модератором в дискуссии о долгосрочном бюджете ЕС на 2021-2027 годы. Кроме того, на повестке дня развитие проекта Rail Baltica и его будущее, а также единый подход Литвы, Латвии и Эстонии к переходу на летнее время. Из Вильнюса Юрий Ратас полетит в Вену, где сегодня вечером примет участие в рабочем ужине руководителей государств и правительств в рамках представительного форума стран Африки и Европы. Эстонскому правозащитнику Оливеру Лоде запретили въезд в Россию до 2073 года. Руководитель Центра развития коренных народов «Уралик» Оливер Лоде был остановлен российскими пограничниками на КПП Ивангород-Нарва, когда направлялся в Кингисепп. Как пишет Лоде, сам запрет у него не вызывает возражений, его больше впечатляет продолжительность. За ему запретили въезжать в Россию до 1973 года, то есть целых 55 лет. В 1973 году Оливеру исполнится 99 лет. В России Лоде намеревался
принять участие в активистском семинаре по финно-угорским языкам. Кроме того, Лода является одним из инициаторов международного движения по освобождению Крыма, где он сотрудничает с представителями крымских татар. Традиционное тестирование электронного голосования начинается сегодня. С 9 утра все имеющие право голоса граждане могут на веб-сайте valmis.ee выразить свои новогодние пожелания. Тестирование проходит по той же самой процедуре, что и само голосование. У избирателя есть возможность убедиться, что его компьютер, электронные ID в порядке и готовы к электронным выборам. Новым для голосующего избирателя будет возможность использовать поиск при отборе своих предпочтений. У избирателя, имеющего мобиль ID, из соображений безопасности будет запрошен помимо номера телефона также личный код. Тестирование продолжится до 20 декабря. В Грузии в воскресенье прошла инаугурация избранного президента Саломе Зарубишвили. Мероприятие состоялось в городе Тель-Ави на востоке страны. Оппозиция хотела провести запланированную акцию протеста в Тель-Ави, однако ей этого не удалось, так как главные дороги, ведущие к городу, были заблокированы. После того, как попытка проехать через самую короткую основную дорогу не удалась, сторонники оппозиции попытались прорваться к месту инаугурации другими маршрутами, но это не принесло успеха. Зарубишвили стала первой женщиной-президентом в истории Грузии, но после ее инаугурации вступила в силу новая конституция, которая завершила переход Грузии к парламентской форме правления. Развивать прибрежную территорию Ческого озера как место не только для туризма, но и для жилья намерены 7 местных самоуправлений вместе с НКО «Пейпсима-туризм». Например, волость Кастре хочет улучшить подступы к берегу не только со стороны рек Эмаиги и Ахья, но и со стороны Ческого озера. Для этого необходимо построить систему причалов. Во многих волостях имеются отдельные туристические объекты, которые не связаны между собой и с главными магистралями. До Нового года у заинтересованных лиц имеется возможность внести свои предложения в стратегию развития региона Ческого озера. На январь запланирован мозговой штурм, в ходе которого будут установлены первые сроки выполнения программы, а также определены источники финансирования. Сегодня в 10 утра на мосту «Дружба» между Ивангородом и Нарвой состоится традиционная встреча российского Деда Мороза и эстонского Санта-Клауса. Об этом сообщает РУСЕРРЕЕ со ссылкой на пресс-службу правительства Ленинградской области. Согласно установленному порядку, сказочные персонажи поздравят жителей двух приграничных городов с наступающим Новым годом и вручат подарки детям. Встреча новогодних персонажей на российско-эстонской границе уже стала традиционной. Впервые это необычное мероприятие прошло в 2005 году. Чемпионат Эстонии по фигурному катанию завершился накануне в столичном ледовом холле Тондираба. Победу в женском одиночном разряде одержала 23-летняя Герли Линнаме. Ближайшую конкурентку, 15-летнюю Еву Лотту Кибус, она опередила более чем на 8 баллов. Третьей стала Кристина Шкулета-Громова. Первый чемпионский титул Лина Мяя завоевала в 2010 году, когда ей было всего 15 лет. Нынешняя золотая медаль стала для нее уже четвертой в карьере. В мужском одиночном катании титул чемпиона Эстонии впервые достался 16-летнему Михаилу Селивко, который опередил триумфатора двух последних лет Даниэля Альберта Наурица, а также своего старшего брата Александра Селивко. Облачно сегодня над материковой частью страны. Идет снег, метель. Над островами возможно прояснение. Также выпадет немного снега. Ветер южный, юго-восточный 3,9. В первой половине дня на побережье порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление в Таллине 768 миллиметров. Ртутного столба медленно понижается. Температура воздуха в течение дня от 0 до 5 градусов мороза. Следующий выпуск новостей в эфире в 7.45. Не пропустите. Недели Риги Когу принял закон, регулирующий использование и обработку личных данных, а также надзор за этими действиями. Принятый законопроект интегрирует в эстонское право действующий с 25 мая этого года регламент Европейского Союза, который расширил возможности контроля людей над своими личными данными и их обработкой третьими лицами. Что именно регулируется этим законом и как он касается каждого из нас, обсудим с адвокатом Марией Пильте. Доброе утро. Доброе утро. Ну вот, если европейский регламент о защите личных данных действует с 25 мая, а Риги Когу принял закон только 12 декабря, значит ли это, что вот все это время наши предприятия могли еще готовиться, вносить какие-то изменения, а сейчас все уже, вот эта черта пройдена?
Ну, реально не совсем. В идеальном мире уже и государство, и все предприниматели, они должны были быть готовы уже с 25 мая. Ну, как говорила и инспекция по защите данных, что сразу и не будут никого штрафовать, сначала и будут объяснять, как и что, потому что правил уже много, и они требуют инвестиций. Ну, в течение этого полугода действительно очень многие фирмы, которые имеют большую клиентскую базу, всем клиентам рассылали оповещения о том, что меняются вот эти условия конфиденциальности и так далее. И людей просили заново либо заполнить какую-то форму, либо подтвердить, что они хотели бы получать какую-то информацию. Да? На самом деле, если люди не успели, не захотели этого сделать, что тогда? Ну, реально ничего серьезного не должно случиться. Не так, что люди теряют свои карточки, клиенты карточки, но что должно случиться, это то, что никто не должен получать рекламу, когда они не давали согласия. И это реально и является это причиной, почему все компании спрашивали новые согласия, почему они так активно с нами общались. Ну, вот есть еще такая достаточно надоедливая вещь, как телефонный маркетинг. Если тебе один раз позвонили, ты не хочешь, чтобы тебе больше звонили, ты можешь потребовать в устной форме: уберите мой телефон из своей базы данных, и тебе больше звонить не должны. Закон, новый закон это регулирует, да? Ну, почти. Проблема в том, что когда вы будете говорить, что, пожалуйста, мне больше не звонить, они наверняка будут вам говорить, что, ой, а мы не знаем, кто вы, ваш номер вообще нашел робот. И, вот-вот, и, так принципе, и говорят, все. Кстати. Что ну, делать? Если вы говорите им, что вот меня зовут так, и больше мне не звонить, потому что теперь вы знаете, кто я, тогда вот эту ситуацию уже регуляция тоже регулирует. Ну, я по своему опыту могу сказать, что когда мне присылают различные фирмы, вот подтвердите, пожалуйста, что вы согласны с такими-то условиями, я автоматически нажимаю «Окей», потому что если я заинтересована, то, в общем, я согласна, и я уже читать это все не буду. На самом деле, что я и многие другие люди, которые делают, как я, подписывают, какие изменения в основном туда были внесены? Да, но проблема есть в том, что материала, что мы как будто бы должны прочитать, так много. И кажется, что мы ничего другого в интернете уже и не делаем, только нажимаем на всякие кнопки. И кто-то даже посчитал, что если бы мы прочитали все-все-все в течение года, что это займет где-то 60-70 часов. Ну, у никого такой времени ведь нету. В реальности все компании должны спрашивать согласие так, чтобы вы поняли, что вы ее даете. Если просто куда-то что-то спрятать, тогда это согласие просто не действует. Так что нагрузка все-таки на компании, а не на вас. Некоторые наши коллеги опасаются, что закон о защите личных данных убьет журналистику, потому что даже преступник может потребовать, чтобы его личные данные были убраны, чтобы он в статье оказался неузнаваемым. Что вы можете сказать по этому поводу, как прокомментировать? К счастью, это не совсем так. А то мы, правда, бы смогли сказать про то, что у нас нет свободной СМИ. А для журналистов, для СМИ есть тоже свои исключения, когда есть общественный интерес. А то мы СМИ не могла бы писать про коррупцию, что-то вообще негативное, были бы только позитивные новости. Ну, наверное, в таком обществе мы вообще бы не хотели жить, где про серьезные вещи мы не можем говорить. Ну, учитывая распространение социальных сетей, по сути, журналистом чуть ли не каждый может быть, ну, в том смысле, что имеет выход на широкую аудиторию. То есть, в общем-то, какие-то вещи, касающиеся защиты личных данных, касаются всех, кто что-то публично публикует. Ну, в принципе, да. Ну, там пока еще не совсем понятна граница, где просто гражданский журналист, а где реальный журналист. Потому что вы правы, ведь каждый может что-то написать в Фейсбуке или в других соцсетях. Но, в принципе, констебль, который работает как раз в социальных сетях, в том числе в Фейсбуке, не раз предупреждал людей о том, что нельзя просто так голословно кого-то в чем-то обвинять, скажем, называть кого-то мошенником, ставить фотографию человека. Очень часто есть объявления о том, что вот этот человек педофил, и ни в коем случае набейте ему лицо, когда вы увидите его на улице рядом с вашими детьми и так далее. То есть вот как эти вещи можно регулировать? Потому что действительно иногда выясняется,
выясняется, что эти люди ни в чем не виноваты. Кто-то просто захотел им подпортить репутацию. Да, конечно, это очень серьезно. Одно дело, когда люди просто говорят с друг другом или просто постят так, что друзья могут что-то увидеть. А другое и серьезное, когда делают совсем публичный пост. Так что все в интернете, в принципе, могут это прочитать. Это просто можно и найти в Гугле, когда поискать вот это конкретное имя, и тогда будут такие же санкции, когда это бы опубликовал какая-либо газета. Конечно, меньше людей наверняка все это прочитало, но не всегда. Ведь мы знаем, что есть и возможность, что что-то, по-английски есть went viral, что очень-очень много людей это все прочитало, может, даже сотни тысяч, и могут быть очень серьезные потом. Ну вот, скажем, буквально вчера появилась на одном из порталов новость, видео-новость о том, что в очередной раз сверстники избили своего одноклассника довольно жестоко. И появилась видеозапись. Скажем, если этот человек, которого показали на этой видеозаписи, который выступает в качестве жертвы, или его родители потребуют убрать видеозапись, то портал должен это сделать? Вообще, насколько оправданы вот такие вещи? Да, но там можно сказать, что мы очень так внимательно смотрим, как вообще идет обработка данных жертв. И когда легко видно лицо, понятно, кто он или она, там почти всегда есть вот эта возможность, чтобы потребовать, чтобы вот такие видео убрать или какие-либо другие данные. Ну, надо полагать, что с течением времени появится больше примеров, больше прецедентов, и мы еще сможем вернуться к этой теме с помощью адвоката Марии Пильд, которая специализируется на вопросах защиты данных. Спасибо. Спасибо большое. Ну, а мы расскажем вам о том, что проводить длинные зимние вечера можно не только перед телевизором. В Эстонии все более популярными становятся интеллектуальные игры в барах, и при желании можно чуть ли не каждый вечер соревноваться за чашечкой кофе. В новой компании так много стало различных клубов и мероприятий. Обо всем разнообразии интеллектуальных развлечений в сюжете Артура Тюленева. Наш климат довольно сильно ограничивает возможность активных развлечений. Но что касается развлечений интеллектуальных, тут есть где развернуться. Действительно, интеллектуальные игры в наших краях пользуются популярностью. О некоторых из них мы и решили вам рассказать. Конечно же, в первую очередь вспоминается игра «Что, где, когда». Можно сказать, что с нее и началось увлечение наших жителей этим видом забав для ума. В «Что, где, когда» играют студенты, школьники, да и просто интересующиеся люди, среди которых можно встретить политиков и предпринимателей. Ну, я играю уже лет 10, и для меня это просто хобби. То есть я не такой хардкорный игрок в «Что, где, когда», но стараюсь на местный фестиваль, по крайней мере, ездить. То есть это довольно интересное времяпрепровождение. Говоря, что это просто хобби, Андрей Коробейник явно скромничает, ведь его уровень довольно высокий, и ему не раз доводилось оказываться в команде знатоков той самой игры «Что, где, когда». Он единственный наш соотечественник, ставший членом элитарного телевизионного клуба. Телевизионный формат вот от этого спортивного отличается тем, что там вопросы еще более такие народные, то есть там всегда понятен и вопрос, и ответ. Здесь не всегда, то есть здесь бывает в ответе что-нибудь, о чем ты, может быть, впервые услышишь именно из этого ответа. То есть ты просто, например, не знаешь этой фамилии или не знаешь этой книги, а в телевизионной версии такого нет. И поэтому, конечно, это интереснее и для зрителей, ну и, наверное, вот для меня, как для игрока, тоже интереснее играть в телевизионном «Что, где, когда». В спортивном «Что, где, когда» команды из нашей страны частые гости на международных соревнованиях. Но и в наших краях проходят международные турниры. Например, в начале декабря в Таллине состоялся международный интеллектуальный фестиваль «Флаг Азербайджана». Вот этот юбилейный, пятый по счету фестиваль, он вдвойне юбилейный, потому что в этом году флагу Азербайджана исполняется 100 лет, а нашему фестивалю 5 лет. И это очень так знаменательно, что эти две даты совпали. Мы собрали здесь, в Таллине. Помимо «Что, где, когда», у нас также распространены различные паб-квизы. Такие, например, как «Гениум», автором которого является известный российский знаток Максим Поташов. От других паб-квизов «Гениум» отличается тем, что здесь вопросы имеют несколько вариантов ответов. Если, например, в «Что, где, когда» или в «60 секундах» или в других каких-то паб-квизах задают вопросы, на него нужно дать ответ, то здесь люди выбирают из вариантов. Смысл паб-квизов в том, что тут не просто викторина, а возможность собраться хорошей компанией, весело провести время и при желании выпить и перекусить. В еще одном паб-квизе под названием «Мозгобойня» акцент делается на шоу, и много внимания уделяется артистичной подаче, а также видео и аудиооформлению, ну и приданию мероприятию своеобразной глянцевости.
мы работаем на атмосферу. То есть я сам участвовал в каких-то иных интеллектуальных играх. Там упор все-таки идет на какое-то вот, ну, интеллектуальное соревнование. У нас все-таки это более такая праздничная, душевная атмосфера, где ты даже когда проигрываешь, ну так случается всегда в любой игре, ты получаешь эстетическое удовольствие. Один из крупнейших организаторов интеллектуальных игр в нашей стране «I'm Club», помимо небезызвестного паб-квиза «60 секунд», проводит и другие интеллектуальные игры, которые выходят за рамки викторин. Например, «Ума палата» или же игра «Детектив», где командам нужно расследовать преступления. Формат совершенно отличный от всего того, что, во что вы когда-либо играли. Потому что это не мафия, это не «Что, где, когда», это не паб-квиз. Это именно расследование. То есть мы даем вводные, и в ходе игры люди сами решают, по каким, так скажем, локациям им ездить. Они ездят по ним виртуально. А победителем игры считается тот, кто меньше всего съездил и, соответственно, как бы раскрыл полностью дело. Так что, если вы чувствуете, что вам хочется, как говорится, размять мозг, вариантов предостаточно. Артур Тюленев, Юрий Жильцов. Специально для «Кофе Плюс». В субботу Русский театр Эстонии отметил большим юбилейным концертом свой день рождения. Театру исполнилось 70 лет. А начались торжества с презентации книги Эллы Аграновской «Дом на площади В», которая посвящена истории русского театра. Но в ней, к счастью для читателя, не так много важных исторических дат, а немало трогательных, смешных и порой даже трагических историй, которые расскажут о театре гораздо больше. Ну а мы приветствуем в студии автора книги «Дом на площади В» Эллу Аграновскую. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Ну вот... Сразу хочется спросить о названии книги «Дом на площади В», она называется. Почему вот не сказать «На площади Вабадуза»? Как эта буква «В» обыгрывается, которая похожа на «5»? Это, вот. Вот прямо сразу в корень зрите. Дело в том, что в этой книге было, по-моему, больше 20 названий. Я предлагала театру больше 20 названий. Все были отвергнуты. Хотя многие из них были хорошие. А роман с театром, который я предлагала, мне даже очень нравился. Но это название тоже было категорически отвергнуто. И тогда я стал предлагаться вариант театром. «Театр на площади». «Свободы». «Театр на площади Свободы». Я сказала, ну, хочется запеть «Марсельезу». Вот сразу встать и запеть «Марсельезу». И тогда Як Алик, один из персонажей этой книги, которому я страшно благодарна за другое, Як Алик предложил «Дом на площади многоточие». А уже я домодифицировала, назвала «Дом на площади В», потому что «В» — это и «Выйду Виолет», это и «Вабаду за Виолет», ну и «Виктория» как «Победа». И, наконец, я прихожу к Тому, но он говорит, «Дом на площади В», так это же «Пятерка». «Вабаду за 5». Угу. И поэтому здесь такое многозначное получилось. То есть она всегда на «В». Издание приурочено к юбилею русского театра. Ну и понятно, что о юбиляре, о человеке или организации, в данном случае о театре, который отмечает свой юбилей, хочется вот такое вот комплементарное, наверное, издание сделать. А много ли тут есть таких вот... интересных шпилек, пикантных, что называется. Пикантных историй. Может быть, от чего-то приходилось отказываться именно потому, что это вот такое юбилейное издание. Вы предупреждаете вот вопрос, на который у меня в голове заготовлены ответы, но не потому, что заготовлены, а потому, что они просто главные ответы. Дело в том, что когда мне заказывали эту книгу, а заказала эту книгу театр, я очень долго сопротивлялась. Филипп Лось ломал мое сопротивление просто вот через колено. Но я сразу сказала, что я не умею писать юбилейные книги. Я не хочу писать театровические книги, хотя могла бы постараться. Я не хочу писать историографические, потому что они уже написаны. Я могу написать так, как я помню этот русский театр, как я его знаю и насколько я его знаю. И поэтому там, конечно, есть какая-то история театральная, но в основном главные персонажи люди, которые
во-первых, играли на сцене, все-таки актеры это главное, а во-вторых, возглавляли этот театр. И трагическая, ну, скажем так, драматическая история этого театра все время ходила по кругу. Пока я писала эту книгу, я обнаружила, что, я не знаю, может быть, что-то развивается по спирали, но здесь она точно ходила по кругу. И тогда я сказала Филиппу, нет, я писать эту книгу не буду, потому что вы ее не примете. Он сказал, ну вы напишите. Мы заключили договор, я написала. Я была убеждена. Вот просто всем сердцем, всей душой, все своей натурой, что эту книгу не напечатают. Потому что там ничего комплиментарного вообще нет. Там, конечно, не вся правда за эти 40 лет, накопленная мною. Но там нет ни слова лжи. То есть все, что написано, правда. А там гораздо больше было трагического, огорчительного, драматического. Больше было обид, разочарований. Ну вот, как говорится, да, художника обидеть может каждый. Я не обижала. Если кто-то себя узнает в качестве героя какой-то истории, не боитесь ли вы, что вот кто-то действительно обидится на вас, скажет, ну, Элла, вот такое вот про меня написала. Что значит, если кто-то узнает? У меня все до единого названы своими именами. Никаких случайных совпадений нет. Никаких случайных совпадений. Вот если кому-то показалось, то вот этого нет. Все люди названы. Я думаю, они должны обидеться. Потому что люди, которые уже читали эту книгу, они очень благодарно меня встречают и на юбилейных торжествах, и как бы и на улице, и вообще где можно встретить. Но вы знаете, что мне очень приятно, что Филипп ничего не менял, и книга сохранилась, они ее напечатали на 99% так, как я ее написала. Что-то он попросил выбросить. И за что я закольцовываю, за что я благодарна вот двум людям, Александру Ильину, который мне все честно, как на духу рассказывал, то, что я могла не знать, потому что я еще была такая в самом начале своего жизни, не жизненного, а журналистского пути. И Яку Алику, который восполнил с лихвой то, что мне велел убрать Филипп Лось, он не просто рассказал, а рассказал с такими подробностями, которые не знала ни я, ни сам театр, потому что он был министром культуры и знал больше. Ну, если осталось что-то из невошедшего, то можно издать новую книгу. Уже Андрей, не по заказу вот театра. С того момента, когда я сдала рукопись, и до того момента, как книга вышла, вот честное слово, накопился материал ровно на новую книгу. Но это уже не я. Ну, а можно ли рассказать какую-то короткую, может быть, байку? Потому что театральные байки, они, как правило, очень такие интересные. Вот на юбилейном концерте очень классно рассказывали байки Саша Цукерман и Якалик. А вы расскажите у нас в студии. А я расскажу в студии то, что есть в моей книге. Вы знаете, я не просто хохотала, когда Якалик мне это рассказывал. Я хохотала, я сидела у него дома, у меня лились слезы. И когда он закончил, я сказала, я этого не помню. Он говорит, а вы не можете это помнить. Он был начальник управления театром и это убрал. Принимали спектакль «Мелкий бес» Романа Григорьевича Виктюка. Часть труппы на сцене, часть труппы не занята в спектакле. И вот ту часть труппы, которая не занята в спектакле, Виктюк заставил ползти на пузе, на четвереньках ползком к сцене через весь центральный проход. И Як мне рассказывает, что я сижу в шестом ряду у прохода, и вдруг вижу, я каждый раз, когда вспоминаю, начинаю хохотать, что рядом со мной ползет на животе заслуженный деятель искусств Эстонской ССР Эльвира Яновна Эннок, довольно крупная женщина. Я так испугался, сказал Алик. И, знаете, как он так это рассказывал, что даже сейчас, когда я читаю этот эпизод, и поэтому, видимо, он свои чувства выражал столь бурно, свой испуг, что эту сцену убрали. Поэтому я ее не видела. Я говорю, я этого не помню. Говорит, а вы не можете это помнить? Сцену убрали. Элла Грановская была у нас в гостях, автор книги «Дом на площади В», которая написана к юбилею Русского театра. Спасибо вам. Спасибо вам большое. Ну, а мы вернемся в студию через пару минут. У войны не женское лицо, но если страна огромная встает на смертный бой, даже хрупкие девушки находят свое место в строю.
Враги прозвали их ночными ведьмами, но свои называли их совсем иначе. Приказом от сегодняшнего числа вам присвоено звание капитана. Поздравляю вас. Татьяна Арнтгольц поднимает в бой бомбардировщик О-2 в сериале «Ночные ласточки». Сегодня в 21.15 на ЭТВ+. Каким бы опасным ни был преступник, каким бы коварным ни был его план, каким бы запутанным ни казалось дело, великий бельгийский сыщик всегда отыщет разгадку. Он невелик ростом, часто путает слова и уделяет своей внешности повышенное внимание. Но когда доходит до дела, он становится настоящим Геркулесом. Оба преступления были совершены мужчиной, и мотив убийства банален. Деньги. Пуаро Агаты Кристи. Сегодня в 22.00 на ЭТВ+. «Гримерка» – совместный проект ЭТВ+, и Русского театра Эстонии. Приоткроет завесу театральных тайн и познакомит зрителей с любимыми актерами. Каждый вторник в 20.30 на ЭТВ+. Новости выйдут в эфир скоро, а мы выйдем на связь со студией новостей прямо сейчас. Татьяна Космынина. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. У меня не самые приятные новости для 5000 жителей нашей страны, которые получают пенсию на дом. С 1 января будущего года услуга доставки пенсий подорожает и будет стоить 7 евро 70 центов. И это подорожание объясняется предстоящим повышением минимальной заработной платы. Вот так вот. Где-то повышают, а откуда-то забирают. Очень жалко, что забирают у пенсионеров. 5000 человек получают пенсию на дом. Вот таким образом. 7 интересно, евро это очень дорогая доставка. Почти 8. Почти 8. Дорого. Ну а сейчас о тех темах, что мы затронем в эфире «Кофе плюс» в ближайшие полчаса. Николай Новоселов был назван лучшим фехтовальщиком года и лучшим молодежным тренером года. Лучший игрок чемпионата Эстонии по футболу. Уроженец Грузии Закария Бегларишвили сдал экзамены на гражданство и скоро сможет играть за нашу сборную. Говорили мы сегодня в эфире о защите личных данных. Да, вот, да, кстати, да. На эту говорящая тему можно сказать. Говорящая картинка. На скандально известных блогеров Ирью и Инно Тяхисмам, как пишет Эсти Пяволехт, наконец-то подали в суд. Они годами клеветали на многих известных деятелей, писали про них всякие небылицы. Но только сейчас дело дошло до судебного разбирательства, когда известная феминистская деятельница и член горсобрания Тарту Гиа Кангеласки подала на них в суд. И вот теперь герои. Да, Постимес тоже про них пишет. И вот героям придется отвечать, какую сумму в качестве возмещения ущерба потребует суд, назначит суд, пока неизвестно. Но они действительно, вот, конечно, сейчас у них уже пик популярности остался далеко позади, он был лет 10 назад, но писали всякие небылицы про всех. Гадости, да. Я даже не буду это повторять. Материалы. Ну, Постимес пишет также еще и о Константине Пятце, вернее, о памятнику, который поставлен ему. Собираются поставить, да, и он вызывает очень много споров. Неоднозначная фигура Константина Пятца. Ну, вот видно, что опрос показал, 42% жителей Эстонии поддерживают установку монумента, 37% не определились со своим мнением, 21% выступает категорически против. Редакционная статья в Постимес сегодня на эту же тему, и она говорит, что, ну, неужели памятники нужно ставить только совершенно безгрешным людям, неужели таких вообще можно найти, ну, можно, так сказать, процитировать библейское, кто без греха пусть бросит в меня камень. И карикатура в газете тоже на эту тему. Здесь видно, вот Калеви Поек с ежиком разговаривает, ежик ему говорит что-то вроде того, что, ну, вот тому Пятцу, который повел себя по-мужски во время создания Эстонской Республики, памятник поставить надо, а вот этот второй Пятц, который установил диктатуру и что привело к эпохе молчания и в конечном итоге аннексии со стороны Советского Союза, вот памятник этому Пятцу унесите куда-нибудь подальше. Ну что ж, теперь послушаем новости актуальной камеры. Thank you.
7.46. Новости в эфире. Доброе утро. Эстонскому правозащитнику Оливеру Лодой запретили въезд в Россию до 2073 года. Руководитель Центра развития коренных народов «Уралик» Оливер Лодой был остановлен российскими пограничниками на КПП Ивангород-Нарва, когда направлялся в Кингисепп. Как пишет Лодой, сам запрет у него не вызывает возражений. Его больше впечатляет продолжительность. Ему запретили въезжать в Россию до 1973 года, то есть целых 55 лет. В 2073-м Лодой исполнится 99. В России он намеревался принять участие в активистском семинаре по финно-угорским языкам. Кроме того, Лодой является одним из инициаторов международного движения по освобождению Крыма, где он сотрудничает с представителями крымских татар. С 1 января будущего года услуга доставки пенсии на дом будет стоить 7,70. По сравнению с действующей ценой, услуга подорожает на 1 евро и 10 центов. Изменение затронет около 5 тысяч человек. 16-процентное подорожение услуги вызвано в том числе предстоящим повышением минимальной заработной платы. Об этом сообщает Департамент соцстрахования. Подорожание доставки пенсии затронет также и 600 клиентов кассы по безработице, которые сегодня получают пособие на дом. Если человек не хочет получать пособие или пенсию на дом, ему следует сделать соответствующее заявление в департамент. Дата доставки пенсии сохранится с 5 по 15 число. В Грузии в воскресенье прошла инаугурация избранного президента Саламе Зурабишвили. Мероприятие состоялось в городе Тель-Авив на востоке страны. Оппозиция хотела провести запланированную акцию протеста в Тель-Авиве, однако этого ей не удалось сделать, так как главные дороги, ведущие к городу, были заблокированы. После того, как попытка проехать через самую короткую основную дорогу не удалась, сторонники оппозиции попытались прорваться к месту инаугурации другими маршрутами, но и это не принесло успеха. Зурабишвили стала первой женщиной-президентом в истории Грузии, но после ее инаугурации вступила в силу новая конституция, которая завершила переход Грузии к парламентской форме правления. В воскресенье в Будапеште и других городах Венгрии демонстранты вышли на очередную акцию протеста против новых изменений в Трудовом кодексе, который назвали рабским законом и судебной реформой. Это было уже четвертое массовое выступление за прошлую неделю. По оценкам СМИ, количество демонстрантов превысило 10 тысяч человек. Среди них представители левых оппозиционных партий, студенческие организации и общественные активисты, выступающие против изменений, вводимых правым правительством премьера Виктора Орбана, а также профсоюзы. Протестующие требуют отменить закон о повышении ежегодного лимита сверхурочных часов работы, уменьшить количество сверхурочных часов правоохранителям, а также вернуть независимые суды, прокуратуру и СМИ. Развивать прибрежную территорию Чудского озера как место не только для туризма, но и для жилья намерены 7 местных самоуправлений вместе с НКО «Пейпсима Туризм». Например, волость Кастры хочет улучшить подступы к берегу не только со стороны реки Маи-Геахья, но и со стороны Чудского озера. Для этого необходимо построить систему причалов. Во многих властях имеются отдельные туристические объекты, которые не связаны между собой и с главными магистралями. До Нового года у заинтересованных лиц имеется возможность внести свои предложения в стратегию развития региона Чудского озера. На январь запланирован мозговой штурм, в ходе которого будут установлены первые сроки выполнения программы, а также определены источники финансирования. Сегодня в 10 часов на мосту «Дружба» между Ивангородом и Нарвой состоится традиционная встреча российского Деда Мороза и эстонского Юлувана. Об этом сообщает РУСЕРР со ссылкой на пресс-службу правительства Ленинградской области. Согласно установленному порядку, сказочные персонажи поздравят жителей двух приграничных городов с наступающим Новым годом и вручат подарки детям. Встреча новогодних персонажей на российско-эстонской границе уже стала традиционной. Впервые это необычное мероприятие прошло в 2005 году. Чемпионат Эстонии по фигурному катанию завершился накануне в столичном ледовом холле Тондираба. Победу в женском одиночном разряде одержала 23-летняя Герли Линнаме. Ближайшую конкурентку, 15-летнюю Еву Лоттукибус, она опередила более чем на 8 баллов. Третьей стала Кристина Шкулета-Громова. Свой первый чемпионский титул Линнаме завоевала в 2010 году, когда ей было всего 15 лет. Нынешняя золотая медаль стала для нее уже четвертой в карьере. В мужском одиночном катании титул чемпиона Эстонии впервые достался 16-летнему Михаилу Селивко, который опередил триумфатора двух последних лет Даниэля Альберта Наурица, а также своего старшего брата Александра Селивко.
Облачно сегодня над материковой частью Эстонии. Идет снег, метель. Над островами возможно прояснение. Также выпадет немного снега. Ветер южный, юго-восточный 3,9. В первой половине дня на побережье порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление в Таллине 768 миллиметров ртутного столба. Медленно понижается. Температура воздуха в течение дня от 0 до 5 градусов мороза. До встречи в 8.15. Декабрь – это время подводить итоги года, в том числе итоги спортивные. Так, например, наш сегодняшний гость, шпажист Николай Новоселов, был назван лучшим фехтовальщиком года и лучшим молодежным тренером года. Ну, а кроме того, он претендует на победу в номинации «Лучший спортсмен года» в голосовании Эстонского олимпийского комитета, о чем мы уже рассказывали в эфире. Ну, а чуть ранее, в октябре, Николай возглавил мужскую сборную Эстонии по фехтованию. Приветствуем Николая Новоселова. У нас в студии есть о чем поговорить. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Но в этом году вы еще стали серебряным призером чемпионата Европы по фехтованию, так что примите наши запоздалые поздравления. Через полгода. Кстати, интересный факт. Вы дважды становились чемпионом мира, но ни разу не выигрывали чемпионат Европы. Как так получается? Это просто совпадение, как череда каких-то факторов, потому что вряд ли чемпионат мира выиграть проще, чем чемпионат Европы. Ну, наверное, это в совокупности все, то есть и психологические какие-то проблемы. То есть, ну, на самом деле, да, к победе на чемпионате Европы я, наверное, не был так близок никогда, как в этом сезоне. То есть мне оставалось нанести один укол, но француз почему-то решил, что он достоин больше. Поэтому победа ушла к нему. Концепция соревнований, она полностью отличается, что на чемпионате мира, что на чемпионате Европы. Чемпионат Европы проходит полностью в один день, на чемпионате мира у нас два дня. Поэтому уже здесь есть разница. Но я надеюсь, что, может быть, еще удастся завоевать. Ну, вы когда сказали, что победа ушла к французу, естественно, тут же картинка из фильма про трех мушкетеров, которые, естественно, виртуозно владели шпагами, которые лежат у нас на столе, но не конкретно ими, а другими. Собственно, кто ваш главный конкурент? Где лучшие шпажисты, действительно лучшие спортсмены в какой стране? Ну, фехтовальная география на сегодняшний день, она очень расширилась. То есть нельзя сказать так, что есть определенные страны, которые полностью доминируют, и остальные, с ними даже не стоит считаться. Нет, такого уже на сегодняшний день нет, к сожалению, наверное, для спортсменов. Вот. А, в общем-то, лидирующие страны, конечно, остаются. Это уже упомянутая Франция, Италия. Это, наверное, такие страны, которые отличаются своими длинными традициями и очень хорошими результатами. Я люблю смотреть, когда профессионалы оценивают различные фильмы и находят какие-то, ну, так скажем, косяки, которые были допущены. Вот расскажите нам, в фильмах очень красиво дерутся на шпагах. Мы с Андреем сейчас не очень красиво, конечно. Но в любом случае фехтование, спортивное фехтование, оно вообще другое. Там люди просто стоят друг напротив друга, потом один выпад, укол, все. Ну, почти так, да. То есть движение, может быть, амплитуда движения не такая широкая, и оно имеет какой-то подоплек под собой. То есть если ты делаешь какое-то широкое движение, ты провоцируешь соперника на соответствующее действие. И тогда у тебя уже следует какой-то другой шаг. А что касается постановочного фехтования, то, конечно, оно отличается. И профессионал легко может отличить, что это постановка или имел человек какое-то дело раньше с фехтованием или нет. Фехтование – это же не только шпага, это же шпага, да? Это шпага, да. Есть еще сабля, рапира, они чем отличаются? Они, во-первых, отличаются по виду, по весу и по манере. Шпага и рапира – это колющее оружие, сабля – это рубящее оружие. То есть там достаточно только того, что ты дотрагиваешься до соперника, и укол уже фиксируется. Не укол, а удар. Здесь именно непосредственно надо колоть. Если вы посмотрите, то наконечнике там есть кнопки. Ее надо нажать для того, чтобы зафиксировался вот укол. Потому что все это присоединяется с помощью проводов рукоятки, и все это фиксирует электроника. А вот будет обидно, если ты дотронулся кончиком, а кнопочка не нажалась. Бывает такое, кстати? Да. Ну, нужно как минимум 750 грамм приложить усилий, чтобы эта кнопочка надавилась. Поэтому если 500 грамм был укол, то он не зафиксируется. Слушайте, защитное снаряжение тоже достаточно основательное у фехтовальщиков, да? Вот это на лицо надевается, да? Да, это маска. На голову прям тебе можно надеть. А тем не менее, травмы бывают? Ну, на сегодняшний день все уже настолько стало
как... Безопасным? Безопасным, да, поэтому практически ничего не происходит. Если вы посмотрите, то на масках есть печати. Это... Вот эти вот, да? Это то, что проходит контроль перед соревнованиями. То есть смотрят, нету ли никаких повреждений на маске. Если маска цела, то вставят печать, и ты можешь с ней выступать. Поэтому... В общем-то, безопасно. Ну, если говорить о, так сказать, вашей профессиональной карьере, вас назначили тренером сборной мужской. И вот здесь хочется спросить. У нас как-то женщины больше себя проявляют и больше медалей привозят в страну, чем мужчины. Вы, наверное, единственный мужчина-фехтовальщик, которого действительно можно говорить о том, что вы большой спортсмен, который прославляет нашу страну. Вот задачи перед собой какие ставите? Можно ли сказать, что мужчины действительно уступают женщинам? Ну, на данном этапе однозначно. Женское фехтование в Эстонии, оно очень, очень результативно. Феномен этого, ну, это, наверное, женский феномен, который очень тяжело объяснить. Вот. А задачи, как тренера, естественно, они всегда максимальные, и хочется не уступать девушкам. Ну, вот на ваш взгляд, что сейчас нужно поменять, скажем, может быть, в методике, да, в тренировках для того, чтобы парни тоже себя проявили хорошо? Ну, есть к чему стремиться, как говорится, но это не работа одного даже года. То есть это... На это пойдет время. Систему немножко нужно изменить, то есть отношение спортсменов должно немножко поменяться, психология должна измениться. Поэтому... Есть над чем работать. Несмотря на то, что вы стали тренером сборной, вы же не собираетесь заканчивать карьеру и пока что продолжаете выступать. Олимпиада 2020, она будет. С надеждой спрашиваем. Я очень надеюсь на это, да. То есть на самом деле я еще не закончил как действующий спортсмен. И хочется принять участие в Олимпиаде в Токио. А нам хочется увидеть, как вы на этих Олимпийских играх взойдете на пьедестал почета. Ну, только ради этого я и продолжаю свою спортивную карьеру. Я тоже на это очень надеюсь. Успехов вам и новых побед. Спасибо. Николай Новоселов был у нас сегодня в гостях. Ну, спасибо. А у нас еще есть пару дней для того, чтобы проголосовать за лучшего спортсмена года. Сайт вы видите на своих экранах. Олимпийский комитет объявит совсем скоро тех людей и те команды, которые были лучшими из лучших в уходящем 2018 году. Ну, а мы через пару минут вернемся в эту студию. После секса на следующее утро женщина полностью убрала мою квартиру. И тут мне стало не по себе. С женой у него проблемы, а не с женой проблем нет. Я Юля, у одна. Тебя есть секс? Он всеми силами такой показывает, самец, что он самец. Зверь. И все, я хохотала. Большой секс в маленьком городе. Смотрите «Пудра шоу» сегодня в 20:30 на ЭТВ+. Когда город засыпает, просыпается не только мафия. Просыпаются грабители, насильники, маньяки. Но никому из них не укрыться от карающей руки правосудия. Потому что каждый преступник оставляет за собой след. Сегодня в 19:25 на ЭТВ+. Мадридский «Реал» начинает свой турнирный путь на клубном чемпионате мира. В межсезонье испанцы потеряли своего лидера Криштиану Роналду и главного тренера Зинедина Зидана. Но и без этих звезд близки к историческому успеху. Третий подряд победы на клубном чемпионате мира. Полуфинал. Прямая трансляция на ЭТВ+, с комментарием на русском языке. В среду в 18:20. Главное – попасть в черную мишень. Главное – не уйти на штрафной круг. Главное – бежать быстрее соперника. Лето было жарким, но на снежных трассах будет еще жарче. Мартен Фуркат, Кайся Наккарайнен и другие звезды вновь готовы к схватке за хрустальный глобус. Кубок мира по биатлону с комментарием на русском языке. В четверг в 18:15 и пятницу в 18:25 на ЭТВ+.
А мы продолжаем подводить спортивные итоги года. В декабре были названы победители футбольных номинаций. Например, лучшим футболистом страны снова стал Рагнар Клаван, а лучшим игроком эстонского чемпионата был назван полузащитник Флоры Закария Бегларишвили. Грузинский футболист, которого уже очень скоро можно будет по праву считать эстонским футболистом. В ноябре он сдавал экзамены, необходимые для получения эстонского гражданства, и несколько дней назад стали известны результаты. Экзамен сдан. Ну, а мы приветствуем Закарию в нашей студии. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну, поздравляем вас со сдачей экзамена. Сколько вы баллов набрали? Спасибо. Первый раз я набрал 81% из 100. Да, а достаточно 60, по-моему. Достаточно было 60, да. Сложно было сдавать? Долго готовились к экзамену? Ну, сначала, когда я начал учиться эстонский язык, я сам начал в команде с игроками начал поговорить с эстонцем. Вот до экзамена последние 3 месяца я ходил с учительницей, и я говорю, что несложно было, если честно. А что более волнительно, на экзамен приходить или на поле выходить против важных соперников в ответственных матчах? Наверное, не экзамен и не на поле. Одно и то же для меня легче было. Наверное, в прямой эфир страшнее, да, приходить? Для меня, наверное, чуть-чуть тяжело тут. Ну а насколько часто вам в Эстонии приходится практиковать в том числе русский язык или английский язык, поскольку все-таки состав команд тоже международный? Ну, в составе у нас я легионер был, до этого еще один финн. Остальное говорят на русском и на эстонском. Практически на английском мы не говорим. Только в прошлом году, когда у нас тренер был Арно Пейперс, я поговорил с ним на английском. Ну, получается, что вы живете в Эстонии 9 лет, и, по сути, и русский язык, и эстонский вы выучили именно здесь. Ну, да. А какой язык лучше сейчас, русский или эстонский? Для меня сейчас лучше на эстонском говорю, потому что... Больше практики. Больше практики, поэтому легче. Ну, вы житель солнечной Грузии, а в некоторых статьях, которые мы прочитали, вы признавались и в любви Эстонии. Вот что, собственно, вас в Эстонии это привлекает? Потому что мне кажется, что человек, который приехал с юга, ему должно быть здесь тяжело пережить вот эти пасмурные погодные условия. Ну, сначала первый год-два очень тяжело было для меня. Я еще молодой приехал сюда. Погода, все это для меня было очень тяжело сначала. Но потом привык, и через 3-4 года уже чувствовал, как дома. А что вам нравится больше всего в Эстонии? Мне нравится эта страна. Очень так тихий, спокойный. Больше, чем в Грузии. В Грузии жизнь чуть-чуть по-другому. Но если вернуться к данному экзамену на гражданство, то он открывает перед вами ворота в сборную Эстонии, так сказать. Наверняка. Ну, эти мысли в голове есть. Да. А были уже какие-то переговоры с руководством нашей команды? Тренер Мартин Рейм уже делал предложение, может быть, конкретное? Нет, сейчас такой разговор не было. Я сам смотрел, что он на интервью сказал, если бы я получаю эстонское гражданство, может быть, он вызывает. Это все может быть. Что будет дальше, это посмотрим. Нет ли у вас мысли перейти, может быть, в команды каких-то других стран? Потому что вроде как информация об этом тоже была, но не оформлена в какие-то конкретные предложения, которые вы получали. Сейчас есть разговор. Мой клуб все сделает, что если будет хороший в команде, хороший там, чемпионате, они мне отпускают, и, может быть, я следующий год буду другом в команде. Но это пока ничего не могу сказать. Ну вот мы уже говорим о том, что вы, скорее всего, сыграете за сборную Эстонии, по крайней мере. Хотелось бы вас видеть в рядах нашей команды, потому что, как показывают последние матчи, не все в порядке у главной сборной страны. Но, тем не менее... За сборную Грузии, если бы вас позвали играть в свое время, вы бы, наверное, не сделали выбор в пользу эстонского гражданства. Как вот тут могло бы все сложиться? И ведь за Грузию вы сыграли один матч, как раз-таки против Эстонии. Да. Это была товарищеская игра в 2015 году, и тогда вы вышли на поле против как раз нашей команды. Но больше вы в сборную Грузии не вызывались. Да, ну, это игра, которую я за сборную Грузии играл, никогда не буду забивать. Я играл на Алико Арена, где я чувствую, как дома. Я играл еще против Эстонии.
для меня очень важный день. Сейчас я решил, что взять паспорт, потому что я сам хочу играть за сборную. И сейчас думаю, они очень хорошо играли последние 2-3 игры. Просто не повезло. Тут дома против Финляндии. Я сам ходил, смотрел игру. Очень хорошо играли. И просто в конце пропустили гол. Но потом 100 у греков выиграли. Тоже да, хорошо. Да. Ну, а я вернусь к сравнению, может быть, грузина и эстонцев. Да? Если брать обычного жителя Грузии и обычного жителя Эстонии, то все-таки, как вы сказали, эстонцы действительно более спокойные люди, грузины более темпераментные. На поле как ситуация? То есть там чувствуется, что вы более темпераментный человек, нежели ваши игроки, или в футболе все очень темпераментные? Ну, я думаю, что грузины, наверное, на поле тоже более темпераментные, более эмоциональные человек. Человек как в жизни, так и есть на поле. Я тоже себе могу говорить, что на поле чуть-чуть у меня есть преимущество. Да. И на поле видно, что у меня внутри что-то есть, что я в Грузии родился, и у меня все-таки есть. Закария Беглоришвили был у нас сегодня в гостях. Лучший футболист чемпионата Эстонии по футболу, который недавно сдал экзамен по эстонскому языку и теперь может получить эстонское гражданство и, может быть, когда-то сыграет за сборную Эстонии. Успехов вам! Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Ну, а мы поговорим о подарках к Новому году. Тема-то бесконечная, праздники скоро. Ну и самый главный вопрос. Где найти подарок, который будет действительно оригинальным и запомнится надолго? Наталья Красева побывала на ярмарке в творческом городке Телискиви и нашла там много интересного. Небольшие компании, творческие мастерские и люди, которые делают что-то своими руками в свободное от работы время. Ярмарка в Телискиви проходит накануне Рождества уже 9-й год. И кто-то даже не мыслит о том, чтобы пойти покупать подарки в другом месте. Это совсем другой. Вы пойдете все равно ну, куда? Там это масса вещей. И там все-таки хотят за вещи хорошие деньги. А здесь, я думаю, что все равно, у кого вы пойдете и спрашиваете, это можно говорить, что ну, у меня нету так много. И это нормально, и здесь и есть нормально. То есть можно поторговаться? Конечно, прям. Потому что они сами делают. Здесь на самом деле нет фиксированных цен. Например, Альберт Волков продает свои странные, но очень колоритные светильники, пусть не даром, но договориться можно запросто. Один был продан за 100 евро, другой почти за 200. Бизнес-аналитик в обычной жизни здесь еще и креативный дизайнер. Говорит, надоело заниматься технологиями, а с этим просто невозможно заскучать. В его коллекции лампы из раритетных мясорубок, утюгов, фотоаппаратов и других самых неожиданных вещей. Сегодня пришел один мужчина, он был довольно-таки такой вот как бы похож на художника. Очень долго смотрел лампу, которая была сделана из старой вешалки и из пяльцев. Вот пяльцы, вы знаете, да, вот на чем вышивают. Вот, то есть, ну, вот такая вот лампа, вешалка и пяльцы. Вот он очень долго на него смотрел, но весь купил. А вот у Мишеля Пихеля другая любовь – натуральное дерево. Все его работы не просто предметы интерьера. В каждой есть послание от автора или возможность что-то добавить самостоятельно. Например, написать поздравление на Рождество. Еще мне пришла мысль комбинировать между собой разные материалы. Например, дерево и керамику, чтобы сделать светильники. Удобно, что здесь нет проводов. Мои идеи обычно возникают спонтанно, когда гуляешь где-нибудь. Смотришь на искусство природы и просто добавляешь к нему маленькие штрихи. Например, здесь текстура дерева, и она уже прекрасна сама по себе. Мне нужно только немного доработать и предложить людям. Керамика, необычные игрушки для елки и, конечно, аксессуары для праздничного вечера. Причем некоторые из них серьезно выбиваются из привычных представлений о новогодних украшениях. Дизайнеры говорят, что, конечно, помнят о любви эстонских женщин к минимализму, но решили рискнуть и предложить им нечто новое.
Несмотря на то, что люди побаиваются этих огромных рост на голове, у нас сегодня купили довольно много вещей. Лично я призываю всех пробовать, потому что пока не попробуешь, не узнаешь. Также, кстати, купили много ожерелий, так что эстонцев нельзя назвать несмелыми. Немало участников ярмарки сосредоточили свое внимание на ароматах. Мыло ручной работы, свечи с натуральными маслами и спреи для дома. Создать уют зимними вечерами с помощью самых экзотических сочетаний – неплохая мысль. Мой самый любимый аромат называется «Exotic Love». Он содержит иланг-иланг, который является известным афродизиаком. Также знойности придает апельсин. А вот если человек уставший, лучше попробовать спрей с мятой и розмарином. Такой очищает голову от лишних мыслей и помогает сосредоточиться. И здесь нет никакой синтетики, все на базе натуральных ароматических масел. В общем, все, что остается накануне рождественских праздников, это вдохновляться, фантазировать и бежать за подарками, которые могут оказаться неожиданными, но зато запомнятся надолго. Наталья Карасева, Юрий Жильцов. Специально для «Кофе Плюс». Перелистаем газеты. Эсти Пявалехт пишет сегодня о том, что полиция обращает более пристальное внимание на безопасность во время проведения различных политических акций. Ну, два инцидента у нас тут были в последнее время. И все это привело к тому, что тема стала приковывать внимание стражей порядка. Ну, конечно, запрещать проведение каких-то акций не будут, но, по крайней мере, будут лучше информировать организаторов о том, какие риски могут быть и как справляться с тем, что могут быть какие-то беспорядки. Да, новости Пявалехт. Есть также очень большая статья на целый разворот о климатической конференции, конференция ООН, которая состоялась недавно. И Сим Кислер, как мы знаем, он является президентом Ассамблеи ООН по окружающей среде. Наш министр окружающей среды. А здесь на этой карте можно видеть, какие страны больше всего углекислого газа выбрасывают в атмосферу. Вот Штаты, кстати, даже не лидер, потому что больше всех выбрасывает Китай. Ну, тут и Япония, Южная Корея, Индия, Саудовская Аравия. В общем-то, эти крупные государства. Государства между собой спорят и блокируют принятие каких-то важных решений. Ну, а у нас новости буквально через несколько минут. И по традиции, конечно, связываемся для начала со студией новостей, с новостником. Доброе утро, Таня. Доброе утро. Доброе утро еще раз. Под финал программы «Кофе Плюс» мы резюмируем все новости, которые сегодня уже звучали. В частности, напомним о том, что Юрий Ратас отправляется на встречу премьеров балтийских стран. В 9 утра начнется тестирование электронного голосования. Каждый желающий сможет выбрать новогоднее пожелание в преддверии мартовских парламентских выборов и проверить свой компьютер. Кроме того, на мосту «Дружба» в Нарве сегодня в 10 утра встретятся с российской стороны Дед Мороз и с эстонской Дед Мороз, он же Йоулувана, он же Нэривана, он же Рождественский Дед, он же, как называет его администрация Ленинградской области, Санта-Клаус. В общем, выбирайте новости на вкус и название для Рождественского Деда тоже на свой вкус. Вот у нашего деда-то сколько имен. Да. Еще есть у нас газеты. Постимес пишет, что родителей детей-инвалидов возмущает маленькое пособие. Министры называют бюджет следующего года солидарным, а упомянутое пособие не повышалось уже 12 лет. Вот как оно было, 80 евро, так и осталось. В то время как здесь родители ребенка конкретно говорят, что уходит на ребенка-инвалида в месяц дополнительно 150-200 евро. Ну и жизнь за эти 12 лет подорожала на 48%, а пособие не поднимают. Ну, а в очередной статье в «Постимес» большая статья о финансовых афёрах, да, и помощи о передвижении денег. Дело в том, что есть целая группировка из 6 человек, которые вербовали людей для таких целей. Те получали деньги себе на счет и переводили их дальше. И вот эти вот люди, которых вербовали фактически, они даже не понимали, насколько серьезное правонарушение они совершают. Да, ну, казалось бы, там, да, просто тебе пришли на счет деньги, ты их перевел дальше, а на самом деле это большая преступная схема. Вот эта упомянутая группировка из 6 человек, она была задержана недавно. Ну а сегодня в 20:30 смотрите повтор передачи «Пудра Шоу». Большой секс в маленьком городе у нас такая тема будет. И гостем станет, да, Александр Хоботов. Ну и на самом деле поговорим об одиночестве в мире разврата, об Эммануэле, о маленькой Вере, ну и о других различных горячих темах.
Анекдот из газеты «Постимес» я сегодня выбираю такой. В школе на уроке начинается разговор о молитвах перед едой, и Юку восклицает на весь класс. «Да, мой папа вчера перед едой прочитал такую молитву. Господи Боже, это что, действительно котлета?» На сегодня у нас все. С вами были Елена Соломина. И Андрей Цтов. Завтра снова увидимся. Хорошего дня. Хорошего дня. В 8.15 новости в эфире «Доброе утро». Премьер-министр Юрий Ратас отправляется сегодня в Вильнюс, чтобы принять участие в официальной встрече премьер-министров стран Балтии, которая знаменует завершение председательства Литвы в Балтийском совете премьер-министров. Встреча начнется с обсуждения вопросов безопасности и ситуации на Украине. Эстония выступит модератором в дискуссии о долгосрочном бюджете ЕС на 2021-2027 годы. Кроме того, на повестке дня развитие проекта Rail Baltic и его будущее, а также единый подход Литвы, Латвии и Эстонии к переходу на летнее время. Традиционное тестирование электронного голосования начинается сегодня с 9 утра. Все имеющие право голоса граждане могут на веб-сайте valumis.ee выразить свои новогодние пожелания. Тестирование проходит по той же самой процедуре, как и само голосование. У избирателя есть возможность убедиться, что его компьютер и электронный ID в порядке и готовы к электронным выборам. У избирателя, имеющего мобильный ID, соображение безопасности будет запрошен помимо номера телефона и личный код. Тестирование продолжится до 20 декабря. С 1 января будущего года услуга доставки пенсий на дом будет стоить 7,70. По сравнению с действующей ценой, услуга подорожает на 1 евро и 10 центов. Изменение затронет около 5 тысяч человек. 16-процентное подорожание услуги вызвано в том числе предстоящим повышением минимальной заработной платы. Подорожание услуги доставки пенсий затронет также 600 клиентов кассы по безработице, получающих пособие на дом. Если человек не хочет получать пособие или пенсию на дом, ему следует сделать соответствующее заявление в департамент. Развивать прибрежную территорию Чудского озера как место не только для туризма, но и для жилья намерены 7 местных самоуправлений вместе с НКО «Пейпсима Туризм». Например, волость Кастре хочет улучшить подступы к берегу не только со стороны рек Эмаиги и Ахья, но и со стороны Чудского озера. Для этого необходимо построить систему причалов. Во многих волостях имеются отдельные туристические объекты, которые не связаны между собой и с главными магистралями. До Нового года у заинтересованных лиц имеется возможность внести свои предложения в стратегию развития региона Чудского озера. Сегодня в 10 часов утра на мосту «Дружба» между Ивангородом и Нарвой состоится традиционная встреча российского Деда Мороза и эстонского Йолувана. Об этом сообщает Русьеррье со ссылкой на пресс-службу правительства Ленинградской области. Согласно установленному порядку, сказочные персонажи поздравят жителей двух приграничных городов с наступающим Новым годом и вручат подарки детям. Встреча новогодних персонажей на российско-эстонской границе уже стала традиционной. Впервые это необычное мероприятие прошло в 2005 году. Чемпионат Эстонии по фигурному катанию завершился накануне в столичном ледовом холле Тондираба. Победу в женском одиночном разряде одержала 23-летняя Герли Линнаме. Ближайшую конкурентку, 15-летнюю Евалу Тукибус, она опередила более чем на 8 баллов. Третьей стала Кристина Шкулета-Громова. Свой первый чемпионский титул Линнаме завоевала в 2010 году, когда ей было всего 15 лет. Нынешняя золотая медаль стала для нее уже четвертой в карьере. В мужском одиночном катании титул чемпиона Эстонии впервые достался 16-летнему Михаилу Селивко, который опередил триумфатора двух последних лет Даниэля Альберта Наурица, а также своего старшего брата Александра Селивко. Облачно сегодня над материковой частью страны. Идет снег и метель. Над островами возможно прояснение. И также выпадет немного снега. Ветер южный, юго-восточный 3,9. В первой половине дня на побережье порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня от 0 до 5 градусов мороза. Ждать рассвета остается чуть меньше часа. Хорошего дня, до завтра.